Всем привет, друзья! Сегодня 1 июля, 11 часов утра. И мы с вами находимся в таком экзотическом месте, можно сказать, сада Бернацкого. Возле ручейка, свежий воздух, прохлада, замечательно. В этом году вряд ли получится выехать на Голубые озера в связи с событиями военными. Голубые озера, море, конечно, это в этом году придется забыть. Вот. Но, тем не менее, есть у нас место, где можно посидеть, подышать свежим воздухом. Как прошел день, как прошла ночь? В принципе, спокойно. Воздушная тревога звучала несколько раз в течение дня вчерашнего и прошлой ночью, и этой ночью. Поэтому более-менее спокойно. Прошлая ночь была менее спокойна, было громко. Вот. Но, к счастью, по городу разрушения, там жертв нет. Вот. Чего не скажешь о близлежащих городах. Там немножко ситуация по-другому выглядит, но более печально. А так город продолжает жить своей жизнью. Все работает, бензин, газ, дизельное есть, очереди нет, рынок как обычно. Монетарка выдается на 6 число. Собираются заявки на следующую эвакуацию в Германию. По поводу эвакуации, сейчас власти области снова призывают к эвакуации, так как действительно так, отопительный сезон в опасности, как это было понятно уже некоторое время назад, но наконец власти города озвучили о том, что отопительный сезон в опасности. В том смысле, что газа нет в городе уже больше месяца, и к отопительному сезону вряд ли появится. Поэтому надо думать уже сейчас о том, как будем мы зимовать. То ли выезжать из города, то ли какие-то принимать меры. Ну, то есть каждый для себя будет принимать решение самостоятельно. И время уже думать сейчас об этом. Потому как до осени осталось раз-два месяца и все. Потом, чтобы не оказаться в сложной ситуации. Также выдается гуманитарная помощь по предварительной записи. То есть раз в месяц может каждый гражданин, который остался, житель города, который остался в городе, может получить от разных фондов благотворительных, ну, как бы вся эта информация в интернете есть, записаться и по звонку прийти и получить, в принципе, это без проблем. Вот, друзья, вкратце все о событиях на сегодняшний день. Всем пока, всем мира, берегите себя и будьте счастливы.